Сегодня разбираем, как выбрать нишу и какая концепция будет успешна при открытии ресторана. Это инфогнездо, съедобный бизнес. Мы начинаем. Для выбора ниши нужно понять всего лишь две вещи. Чем вам нравится заниматься и в какой сфере вы эксперт. Начнем со второго. Экспертом считается человек, у которого есть в какой-то определенной сфере опыт более 10 тысяч часов. 10 тысяч часов – это 1250 дней и примерно 5 лет вашей жизни. Если же у вас есть такого рода опыт, то вероятнее стоит двигаться именно в этом направлении, потому что вам будет легче открывать такой бизнес. Если же нет, тогда задумайтесь, чем вам нравится заниматься, что приносит вам удовольствие. И, как говорится, пускай ваше хобби станет вашим бизнесом. Далее нужно понять, востребована ли ваша услуга или товар в вашем регионе. Используя Google Analytics, либо же Яндекс.Варстат, вы можете определить, сколько запросов ежедневно или ежемесячно люди отправляют в сеть касательно вашего бизнеса. Это даст понимание объема рынка. Обратите внимание, что лучше запускать стартап в нише, где низкая конкуренция и растущий рынок. Почему это важно? Потому что растущий рынок прощает ваши ошибки, и там всегда есть место для масштабирования. Более подробно вы можете узнать об этом в книге «Голубой океан». Давайте разберем вот такой пример. Я с 17 лет работал в ресторанном бизнесе, то есть у меня уже более 14 лет опыта. Будет, наверное, правильно развиваться именно в этом направлении, в ресторанной теме. Но, как вы знаете, рестораны – это далеко не новая ниша, и там огромная конкуренция. Для того, чтобы быть успешным именно в этом направлении, необходимо придумать крутой концепт. Как это сделать? Нужно изучить предпочтения жителей данного региона и провести анализ рынка, определив, какой концепт будет актуален и востребован по следующим критериям. Это тип кухни и позиционирование. И уже после этого углубляться в детали. Вот вам список ресторанных трендов на 2019 год. Также вы сможете найти их ниже в описании. Я желаю вам удачи во всех ваших начинаниях. Обязательно ставьте лайк этому выпуску, напишите свой отзыв в комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. До следующих выпусков. Пока!